Всем привет! Ну вот, этим уже пошел 6-й месяц. Выпускаю так их каждый день, ну, буквально на 30-40 минут. Пока там уберу, где-то что-то оторвали, прибью и так дальше. Одного мы отсюда убрали, пустили на мясо. Посмотрели, сколько килограмм было, 105. Ну, решил еще подержать какой-то месяц, может даже чуть больше. Рановато пускать на мясо. Порода кантур Петроэндюрок. Сами по себе порода неплохая. Получается двухпородный гибрид. Растут тоже хорошо, меня устраивает. По корму на этих я корм не записываю. Я записываю корм на других, на Петренов. Покажу вам тоже сейчас Петренов. И покажу сарай, как он себя чувствует под снегами, без опор, без ничего. Ну, короче, все покажу. Что касается Петренов, спрашивали, ты запись ведешь? Веду, вот. Родились 16 сентября и все веду, когда сделал отъем. И пошло. И вот, и сейчас тоже буду давать запишу. Все записываю, не знаю сколько здесь, ну записываю, посчитаем 10 штук, сколько съедят от А до Я, то все задают такой вопрос. Именно по помесь Петрен сделаем обзор. Вот, друзья, Петрены 16 января, было ровно 4 месяца, и вот на этих я записываю корм, сколько засыпаю в кормушку. Сейчас кормушка у них уже почти пустая. И вот сегодня буду засыпать. Также часто задаете вопрос по БМВД Водолага. Я оставлю контакты по заказу БМВД Водолага. Закреплю в комментариях вверху. Или под видео. Номер телефона Юра принимает заказы и отправляет с Киева по новой почте. Я лично не продаю. Я сам так само, Юра мне отправляет. Пользуюсь, когда заканчивается, он узнает и опять отправляет. Поэтому контакты оставлю. Вот 16 января, 4 месяца. Ну так себе. Не скажу, что плохо растут. Растут хорошо, но они сами по себе мясные. Мясные растут по-любому чуть-чуть хуже, чем гибрид трехпородный. Или там четырехпородный. Эти растут чуть хуже. Это у меня киевская генетика, покрыта моим ряком. А мясные, насколько я знаю, чуть-чуть хуже растут. Вон обезьянка у нас. Эти у меня поросятка. Скоро будет отъем у них. Взвесим тоже, когда будем делать. Отъем будем делать. Крупные такие, хорошие. Это все заказаны. И насчет поросят сейчас нету. Когда будут, не знаю, потому что у меня и наперед заказаны. У меня нет сколько свиноматок, чтобы каждому продать поросенка. Таких поросят я продаю по 1500 гривен. Сделаю отъем, чуть подержу и по 1500 гривен продаю. Ну, они хорошие. Я думаю, будет килограмм по 9, по 10, а может даже больше про отъеме. У нее, у Машки все время крупные поросята. У нее молоко жирное и резвые. Видите, какие? Оп! 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 Хорошие такие. Хотя бы
Иди. Петя! Печенеги заказали у меня 5 штук. И не помню, кто именно, еще 3 штуки. Это 8 и одного там отдельно, 9 штук. Их было 10, самый маленький в первые сутки отошел, такой коричневый был. И а эти все живы, здоровы. Кормят хорошо, не жалуюсь. Ну, крупные поросята. Хорошие такие. Вчера им поставил воду, корм. Они едят уже сами хорошо, но попереворачивали все. Те бегают. Я просто сам ради интереса хочу узнать, сколько же уйдет корма на вот их 10 штук и до зареза, сколько уйдет корма. Вот мы прикинем, у них там килограмм по 130, там 140, я там знаю, где-то так. Остановим считать корма и поделим, сколько я там дам, поделим на 10 и узнаем, сколько надо корма от А до Я. И будем понимать, сколько на таких свиней надо корма. От А до Я. Да, от А до Я. От А до Я. Да, Машенька. Машка уже это, по-моему, четвертый опороз, да. Ну, нормально, пока стреляет хорошо. Проблем нет. Вот видите, от дюрка, а только одно пошло, ну, двое их было таких. У дюрка типа пятна, а так все в Машку расцветкой. О, хорошие какие поросята. Дай бог. Обезьянка, обезьянушка. Вот обезьянка наша. Вот такой она уже стала у нас. Вот так она водичку пьет. Хорошие, конечно, формы. Замечательные, я бы сказал даже. Вот. Терминатор начал отставать от обезьяны и от других. Вот терминатор. Сначала обгонял всех, сейчас начал от всех отставать. Головки маленькие, ножки маленькие, а сами как колбаски. Кнопа у нас так есть, самая маленькая, вон она. Ну, растет, ну, грубо говоря, все равно отстает от всех. Ну, друзья, и пройдемся по сараю. Спрашивают, как у тебя сарай? Сарай, все нормально. Я его чуть-чуть приморозил до... Я вот шашлык недавно жарил тут. Заморозил до весны. Ну, потепла. Что сарай? Сарай нигде не течет, нигде ничего. Снегом не валит его. Хотя мне говорили, ляжет в первую же зиму. Так это у меня опор нету. Ну не знаю, посмотрим, когда еще больше снег навалит. А у меня же опоры будут, вот где несущие. Несущие опоры. Это на каждую клетку несущая опора. И он закладная тоже несущая. Это те, которые будут клетки. Я могу разварить, то есть укрепить стены. Ну, думаю, не столь важно. Что я решил? Я сначала думал по низу метр, ну, грубо говоря, по закладные вот эти, которые у меня вон идут, где каждая клетка через каждых 2 метра. По низу прогнать десятку газоблок. Ну, вот как он у меня сложенный газоблок. Прогнать метр высотой десяточку и положить плитку. Да, ну хорошо, прикольно все. Но это и время, и опять же лишние финансовые затраты. Поэтому с
сколько мне вот, вы мне пишете, то зачем ты голову морочишь с этим плиткой, с этим газоблоком, или оставь так, или прогони плоским шифером. Я так прикинул, действительно, плоским шифером будет, грубо говоря, и дешевле намного, и намного быстрее. А мне это и надо. Мне, чтобы побыстрее, мне уже этот сарай необходим. Я сейчас буду оставлять на свиноматок новую партию, а мне их девать некуда. У меня тут сейчас насколько все сжато, что некуда даже кого-то переселить, некуда поросят забрать, ну, то есть и так дальше, и тому подобное. Поэтому прогоню не за шифером нижнюю часть. Клетки сделаю где 2 на 3, где 4 на 3. Для откорма сделаю, наверное, 4 на 3, или все сделаю 2 на 3, а просто буду распределять там их по 5 штук, если там откорм. Это раз. Во-вторых, тут по котельне, которую я хотел сделать, вот тут у меня получается вот это у меня бытовка, вот тут вот это газоблок лежит, который здесь будет идти перегородка 2 метра, то есть типа предбанника. И вот когда заходишь, допустим, в первые двери я зашел, у меня здесь вторые двери широкие, пластиковые, у меня уже они есть, типа вот таких, только пошире, это будет идти в сарай. Справа у меня будет, ну, думаю, котельню сделать, но не знаю, еще по отоплению не определился. Котельню сделать, и тут какие-то бочки, тачки, лопаты поставить, то есть все такое. А здесь будет тупо бытовка. У меня уже на бытовку двери он есть. И сюда тоже двери есть. Газоблок десятка тоже есть на перегородку. Вот эту, на всю вот эту. Крыша, которую укрыли, не течет. Показала себя хорошо. Вытяжки я сверху закрыл пленкой. Думаю, будет нормально. Еще что планирую, это... Ну, судя по всему, добавлю в торцевой стенке по бокам еще 2 окна вот таких вот. То есть, вот так. Окна сами по себе тоже нормально, самопалочки. Проклею. Оп. Пардон. Сделаю цепочки. Открывать сколько мне надо. Я делаю вовнутрь, потому что у меня крыша... Считается двухскатная, то есть, грубо говоря, пирамидка такая идет, трехгранная. У меня с окон будет воздух заходить, а вытяжки у меня будут вытягивать. Их 3 штуки и вытяжки большие. Вытяжки будут у меня с такими засовами регулировать там подачу. Ну, зимой, допустим, вытяжку сильно, много, мало, то есть будут такие задвижки на каждой вытяжке. Также летом будут у меня москитные сетки на каждом окне, и в том числе и на вытяжках, чтобы меньше было мух. И бороться максимально с мухами. Меня они бесят. Вот это когда ихний сезон, это просто ужас. По крыше. Я почему так объясняю, типа как все заново. Потому что много людей новых добавилось. Кто-то знает, кто-то спрашивает. Кто-то вообще не знает за сарай. По крыше, как будет крыша. Стены у меня идут 2 профлиста, ну, снутри и снаружи. Внутри 10 сантиметров пенопласт. Ну, грубо говоря, самопальный сэндвич, панель самопальная. Крышу я сделаю так же самое. Пенопластом десяткой, вот так в 3 грани. 1, 2, 3. И обошью. И еще раз утеплю. Так как показывает мне... По старым сараям, где утепленный потолок, там всегда тепло. А где потолок так, просто доска, там или поилку перехватит зимой, вот как морозы были, 24, перехватило. То есть есть проблемы. И только из-за потолка. Хотя стены, там идет кирпич и ракушка. Потолок там просто доска и все время перехватывает. А рядом сарай, где из шлакоблока, но вверх я засыпал верхнюю часть чердака, опилками. И там вообще проблем нету. Там Ташкент. Приходится даже открывать окно все время, чтобы было открыто. То есть вот так. Жду тепла. Готовлю стройматериалы. И только потеплеет, начну стартовать. Стартовать начну, судя по всему,
из заливки. Заливку, думаю, наверное, жебековским бетоном, или же делать, покупать гранатсев, присадки все необходимые и заливать самому. Так будет дешевле. Это тоже определимся. У меня больше тонны металла, трубок всяких я купил по-моему, по 6 тысяч тонн. Если не хватит, по факту будем докупать то, что не хватит. Единственное, что думаю, когда пойдут большие снега, ну, если вдруг пойдут большие снега, то, может быть, поставить мне сбруса 50 на 100 пару опор, или же разварить все-таки от несущих стоек, которые на клетке, они у меня забетонированы, поварить туда, типа укрепить стены по закладным. Закладная у меня крепится к металлической стойке, там хорошо. Могу так кинуть, типа как времянки, проварить. То есть вот это вот не знаю, как быть. Вот так думаю сделать. По самой бойне. Бойню, я думаю, вы наблюдаете каждый день. Ну, не каждый день, когда выпуск идет, наблюдаете. Освещение тут хорошее. Я бросил 3 таких на 20 ватт и одну вот такую. Но это я бросил не на бойню, а в основном на двор, когда вечером по темному управляюсь. Вот так выглядит окно. Так сделал четвертя. И отлично. Окна пластиковые пойдут. Поэтому такие получаются у нас пирожулечки. Вот это что планирую. Потолок рассказал, по стенам не знаю, рассказал. По самим клеткам, именно по перегородкам, клеткам, не знаю. Ну понятно, вверх, низ, верхняя, нижняя часть, это по любасику несущие трубы, допустим. Вот, верхняя часть идет и нижняя. Это несущие будут какие-то две. А эти, ну, может половину из листового металла или какая-то сетка, четверочка в диаметре, ячейка там 40 на 40, а верх трубы. Ну, то есть что-то буду колхозить. Бак у меня тоже типа есть мой на 350 литров. Ну, не знаю, может на тонну поставлю. И пробурю скважину. Сразу ранняя весна, пробурю скважину. Вот это что я планирую. Сначала скважину, а потом уже буду что-то мудровать, тут что-то строить, что-то делать. Ну, короче, жду тепла. Я сильно не спешу, у меня как бы единственное, что поджимает, что оставлю больше свиноматок, и мне вот это место надо. А так, грубо говоря, сейчас я полностью вписываюсь в то, что у меня есть по месту, по моим сараям. Вот, допустим, этот у меня забитый, хватает места. Вот в красном перехвачивает воду. Хотя красные стенки, ракушка, кирпич, потолок, доска просто. Все время воду перехвачивает. Сейчас буду разогревать. Даже сейчас возьму строительный фен, буду разогревать. А рядом сарай считается холодней из шлакоблока. То есть стена просто шлакоблока. Холодней, но тут я потолок засыпал опилками, сантиметров 10 или больше. Окно все время открыто, потому что там учадить можно. Сейчас даже зайду, покажу. Тут все время жара. Как поживают наши дюрочки, все 8 штук, живы, здоровы. Друзья, заказов сколько пошло, что у меня сколько дюрков нет. У меня тут всего 4 девки и 4 кабанчика. И они, ну, все девки заказаны, а кабанчики, по-моему, еще есть. У меня же нет сколько дюрков, сколько вам надо. У меня всего тут фиг да нифига. И такой вопрос по дюрчихе, по вот этой, по купляшке. Каштан, угомонись. Каштан у нас вырвал двери. Пришлось вчера переделывать все. Ага.
Вот у меня вот эта свиноматка, кукляшка, она у меня проблемная. Когда у нее вот это, у нее, по-моему, второй оборот, и второй оборот, с ней все время мучаемся. Мучаемся, то она поросят не принимает, то она не может разводиться нормально. Ну а когда все уже, грубо говоря, после опороса пришло, часов 5 она принимает поросят и вроде бы кормит, тут вопросов нет. Я ее думал списать, думал убрать ее вообще, пустить на мясо. Я вот это сейчас думаю, может дать ей еще один шанс, и когда поросят заберу, покрыть еще раз бюрком и посмотреть, как она себя поведет. То есть думаю так сделать. Как вы скажете, ваше мнение, оставить ее еще один шанс дать? У меня, грубо говоря, с дюрков, свиноматок, вот это осталось. И еще одна, ну, ее сестра, такая же рыжка есть. Рыжку мы покрыли пару дней назад искусственно тоже чистым дюрком, для дюрков. Так, я пока в ящику их и держу, там им тепло. Чуть-чуть подрастут, ящик заберу, сделаю маленькую перегородку, засыплю опилками, им там будет тепло под лампой. Вот здесь с плиткой. Плитка мне, ну, плитка меня устраивает полностью. Вот, плитка я прогнал. Хорошо, конечно, но не дешево. А если на том сарае я буду делать все плиткой, то я думаю, будет не дешево. Вот эти американцы. Вроде бы хорошие, все, но они отстают. Отстают от своих даже сверстников. Переболели отечкой. Пищевое отравление у них было, когда был отек. И отстают. Ага, ага. Так, а будем давать шанс? Дюрчишка ты наш. Сейчас я их сыпну. У нее специальный корм. Я ее то кормил, это так что. Вот они еще помещаются в ящик, пускай там и будут. Да, каштанес? А? Каштанес? А? Скоро поедешь, пойдешь на работу. У верхних сарай Машку покрывать. Буквально тут осталось 5 дней 10 еще. Да! Америкос. В этой феврале должен быть опорос. Ну так вроде бы и видно, и не видно. Ну еще, грубо говоря, месяц. Думаю, живот еще образуется чуть больше. Ну вроде бы признаков не было, что она в загуле была. Может просто поросят не сильно много или мелкие. Это у нас киевская генетика. Самая грязная постоянно. Все ходят в одно место, она ходит везде. Куда ты? Куда? Клубничка. Она уже огромной тоже стала. И самая грязная. Вот со всех сараев, вот этот сарай считается самый теплый. Каштан! Ты уже ж... Это разговор. На! На! Ну, вот. Каштанчик у нас у Маши, заберу поросят и каштана переведу в верхний сарай, чтоб покрывал Машку. Так и сделаем. Ну, в принципе, вот такие, друзья, дела. По кукляшке дайте свои советы, давайте еще один шанс или нет. Ну, а я пойду дальше. У меня сейчас его хватает, надо там... Ага, вот. Табор уходит в небо. Все. То тут-то сколько стоит, сколько я буду кричать. Боря у нас тоже более-менее морозы перенес. Да ему вообще, мне кажется, наоборот нравится, когда морозы. Да, Боря? Морозы нравятся? М? Боря? Шо? Боря? Ну, Боря. Ну, Боря. Боря. Короче, я так, друзья.
сарай забыл закрыть, надо закрыть там маленькие поросята. Вот сейчас этих буду запускать. Погуляли, нагулялись. Уже все. Будем запускать назад. Вот так сарай выглядит снаружи. Снегом чуть-чуть притрусило, но незначительно. Ох, уже ж коники з прибунтів. Коники. Ну, а этих дальше будем вести подсчеты кормов. Сейчас они буду тоже убирать. И спрашивали поилка, как у тебя поилка сделана? Обычно он идет бочка, вернее, как они пьют воду? Он идет бочка, идет шланг обычная. Здесь две трубочки через уголок и две пластины и резьба. И я делаю выше, ниже, попустил вот эту гайку, выше, ниже опускаю. Это уже почти 2 года так. Все устраивает, проблем нету, то есть все хорошо. Так что, кто по заказу этих поросят показал вам ваших поросяток, будем делать отъем взвесим и потом приедете, заберете. Отек, отек. Они нормально, они уже с ними едят, я им даю предстарт. О, давай, давай, давай. Вот это они радуются так, вот это если типа кашель. Это значит, все им нравится. К ним зашли, они рады, довольные, веселые. Да, обезьяна? Вот этот бункер, бункерную кормушку, я валил из того, что было 2 года назад. 2 года назад. Я вам скажу, они с нее не высыпают никогда. Она и на отрубях у меня была, и на обычной сыпучке. Никогда не высыпает, нигде ничего. Размеры я взял просто с головы. Ну, чтоб сказать, там я насыпал 60-70 килограмм, и они высыпали. Нет, такого не было. Бывает, ну там, не знаю, когда они меньше были, вот у Рейлис там, чуть-чуть, там может какое-то жменя выпадет. А так, в принципе, по кормушке вообще проблем нет. Но я тут сделал, чтобы бока были выше. То есть у меня тут своеобразная такая фишечка. И я вам скажу, кормушка, не знаю, за 3 копейки, и вот 2 года работает, меня устраивает на все 100%. Но! П'ятрени! Вон. Ой, вона. Да, шипздики. Шипздики. Короче, вот так. Дюрочки еще маленькие, так не бегают, как вы. Как так. Короче, друзья, всем пока. Спасибо за просмотр. Удачи и всего вам самого-самого наилучшего. Счастливо!